Любимого сказочного героя Буратино самарские дети узнают с другой стороны. Они сами смогут стать создателями театра мечты «Молния» и побыть героями известной сказки. Открытие интерактивной выставки в музее-усадьбе Алексея Толстого запланировано на сентябрь и приурочено к двойному юбилею. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения писателя и 30 лет с даты открытия музея в Самаре. Юбилейный год в музее-усадьбе Алексея Толстого пройдет ярко. Новые выставки, увлекательные экскурсии, ночные кинопоказы. Даже традиционную ночь в музее посвятят идеям и творчеству Алексея Николаевича. А внучке писателя, которая пошла по его стопам, Татьяне Толстой, и его правнуке, дизайнере Артемии Лебедеве, расскажет выставка «Третий Толстой и его потомки». Тайны семейных взаимоотношений приоткроет экскурсия «История семьи в письмах». Очень большая работа предстоит по сбору новых материалов, где будут издана переписка и письма Алексея Николаевича Толстого, ранее не издававшиеся. Марафон познавательных вечеров уже открыт. Первую лекцию обсуждения из цикла «Толстовские встречи» посвятили одному из главных произведений Алексея Николаевича – историческому роману «Петр I». Понять тайну построения художественной фразы. Вслед за Толстым самарским книголюбом помогал профессор Госуниверситета Сергей Голубков. Читать лучшее из творчества Толстого в музее-усадьбе будут на протяжении всего года. Марина Кравцова, Станислав Левин, ГИС «События».